Привет всем любителям головоломок, в частности IQ-пазлов. Перед нами сегодня вот такой зверопазл. То есть нужно собрать фигуру животного из отдельных кусочков. Сегодня перед нами дельфин из 8 деталей. Очень сложная и интересная головоломка. Спасибо огромное производителям. Причем здесь есть такая фигура, вот как я ее называю, фигура-обманка. Мы хотим ее поставить в одну часть, как бы, ну, фигуры, а она оказывается совсем в другом месте. Вот в данном случае это вот это. Вот мне казалось, что это вот нос дельфина, но, как оказалось, совсем это не нос. Ну и так, начинаем собирать. Вот получился дельфин один в один, как на картинке. Сейчас я повторюсь, разъединю детали, чтобы было видно, из каких фигур складывается фигура дельфина. Какая-то игра слов получилась. Вот, спасибо всем, друзья, за внимание. Подписывайтесь, если вам понравилось мое видео. Удачи в решении головоломок. До новых встреч!